Мои хорошие показываю, что я купила в магазинах, пока искала гречку, которую я не нашла. Так, как же показать-то? Давайте я сперва все вытащу и потом покажу, потому что одной рукой держать камеру и вытаскивать будет очень сложно. Итак, я вытащила вот это. Я купила в магазине Аджем. Цены, если я сейчас быстренько не найду, я подпишу обязательно. Вискас 15,95, 16 лир. Вот это. Здесь 4 пакетика. Ну, это для кошек, чтобы на улице кормить. Асланчик очень любит кошек, и чтобы их подкармливать. Так, что у нас еще? Соевый соус 12 лир. Я всегда округляю вот эти 5-10 груши, я округляю. Соевый соус, я люблю его в салат добавлять. Кошар пенир, это что-то типа, да, голландского сыра. Он у нас стоит 18 лир. Здесь сколько грамм у нас? 600 грамм. Так, идем дальше. Баунти по 3 лиры. Точно так же стоит и Марс по 3 лиры. И шоколадка Милка 4,75. Ну и, конечно же, пакет стоит 25 куруш. Пакеты у нас платные. Идем дальше. Это был лукум. Брали в одном из магазинчиков. Чека нет. Здесь на 10 лир. Не знаю даже, сколько здесь. Сейчас, не знаю. Так, дальше у меня чек из... Нет. Да, да, правильно. Из магазина Башдаш, правильно. Что у меня здесь идет? Улькер. Что я брала по 1 лире? По-моему, вот такие вот... Вот эти хлебцы я брала. Дети поели их, знаете, с удовольствием. Я потом взяла в другом магазине в Мигросе еще пару штук. Они по 1 лире. Так, это курочка. Где у меня курочка? Курочка 12 лир. Вот здесь, в принципе, написано ножки куриные. Мне очень нравится, что все расфасовано и не нужно курицу целую покупать и разрезать. Так, черри-помидоры на 3,50. Килограмм стоит 6,50. Черри. Дети любят у меня помидоры. Джинетта Эльмасы, это у них так хурма называется. Килограмм стоит 22 лиры. Не поняла. Наверное. Короче, не знаю, здесь у меня на 5 лир. Как-то странно все написано. Здесь написано, что килограмм стоит 22 лиры. А здесь 400 грамм на 5 лир. Это как? Здесь другая цена, видите? Это что-то здесь неправильно. Я что-то перепутала. Подождите, я перепутала. Килограмм курицы стоит 10,99, купила на 12 лир, прошу прощения. Килограмм помидор стоит 4,50, купила на 3,50. Килограмм хурмы стоит 6,50, купила на 5 лир. Все понятно, все. Я сама напутала, я вечно не разбираюсь в этих чеках. Так, это, наверное... Это, наверное, у нас этот зейтин оливки на 8,97. Вот здесь буквально 400 грамм. Вот они стоят 22 лиры килограмм. Органик еще написали. Так, что такое турб кырмызы? Это у нас редиска. Стоит 1,5 лиры килограмм. Но здесь 374 грамм на 56 груши. Чего? Такая цена маленькая. Ну, нифига себе. Тонбалык. Опять забыла, что такое тонбалык. Это рыба.
Том, как переводится, не знаю. Так, где у нас том балык? Вот это, скорее всего, 15 лир она стоит. Здесь три штучки небольшие. Так, марул айсберг. Это у нас листья салата 2,50. Мы взяли небольшой. Так, 2,50. Бананы местные. Они стоят по 8,99, по 9 лир. Взяли на 6,40. Здесь есть два вида бананов. Местные и привозные. Так, это у нас мясо говядина на 64 лиры. Килограмм стоит 58 лир. И у нас по 65 курушей зелень. 65 курушей. Это и рукола тоже стоит точно так же. Ну и пакеты. 4 пакета за 1 лиру. Вот такие вот цены у нас. Надеюсь, все понятно. Всем хороших покупок. Всем привет, мои хорошие. У нас очередное утро очередного дня. Готовлю детям завтрак. Как всегда, это чаще всего это или каша, или йогурт с творогом. Творог размельчила и, естественно, домашний йогурт. Буквально 3 ложки. Так. Для нас завтрак готовит, нарезает супруг. Он приболел. Как обычно, у нас начинается прохладное время года. Он сразу простуженный. Так, перемешиваем. Делаю мало, потому что они поели смесь где-то полчаса назад. И особо много не сидят сейчас. Вчера варила мясо в скороварке ночью. Нужно теперь размельчить его, мелко-мелко нарезать и убрать, расфасовать по пакетам. Угу. Добавлю сюда печенье, потому что чуть-чуть кислит. Они не всегда едят чуть-чуть кисленькое. Добавлю печенюшки детские. Мои хорошие, как турки обычно подготавливают оливки к завтраку? Так, муж пришел, хлеб купил. Промываете черные оливки, заливаете оливковым маслом, видите, вот, и сверху сыпите вот орегано, как она у нас называется, орегано, тимьян, она, и лимоном поливаете, лимон, и это все перемешиваете, получается вкусняшка. Вначале я не понимала эту вкусняшку. Сейчас, конечно же, люблю. Яйца пожарили. Асланчик ждет. Маленький. Мой плохо спал ночью. Капризничал. Так, что у нас не хватает? У нас не хватает сливочного масла на столе. И все. Хлеб люблю вот этот вот. Экшимайлы. Это на... Блин... Экшима. Девочки, как переводится? Переведите, пожалуйста. Закваска, по-моему. Полезный. Не вредный хлеб. Не вредные дрожжи. Всем приятного аппетита. Кто за столом? Всем привет, мои хорошие. Мы с детками возле дома свекрови. Сынуля со свекровью, дочь с заловкой. Заловка пришла, забрала девочку погулять. Аслан как раз спал. Потом Аслан проснулся, и я его тоже привела, чтобы вместе погуляли. Аслан там за кошками бегает, как обычно. Как обычно. Вон там кошка. Вот здесь она там где-то, я не могу показать. И Аслан, конечно. Он очень любит у меня кошек. В принципе, я сама прививала эту любовь к кошкам. Ну, особо, в принципе, стараться не пришлось. Просто показывала ему постоянно кисики, показывала, что нужно их гладить. Он в восторге просто от киси. Он постоянно, когда видит, говорит, Ися. И когда дома бываем, я ему говорю,
Аслан, ляжешь спать, когда ты заснешь, во сне тебе кися придет. Он сразу на дверь смотрит, идет кися или нет. Такой смешной мальчик. Сейчас переверну, покажу. Вон они, мамины птенчики. Он там до сих пор кися зовет. Ися. Он кися не может говорить, он Ися говорит. Ися. Сихрашка тоже топает там. Ну, заборчика, конечно. Иншалла, через пару месяцев она уже будет сама первые шажочки делать. Сегодня отличная погода, просто прекрасная. Конец октября, по-моему, 27, 28, 26, вот эти какие-то числа. Погода просто суперская, тепло. Но на всякий случай я легкие курточки одела на детей. Чуть-чуть потому, что есть ветерочек. Он до сих пор Ися говорит. Вот это все посадила моя свекровь. Кроме нее, в принципе, здесь никто и не смотрит за этими цветочками. Ну, вот эти цветы тоже. Здесь постоянно цветут цветы. Этот тоже она посадила. Она мне тоже, в принципе, посадила такой цветок. Он у меня на балконе был. Он у меня отцвел одно лето. Ну, я не знаю, зимой как-то он у меня подсох. А у нее, видите, вот такой огромный вырос. Может, потому что у нее прям в земле сразу, у меня в небольшом горшке он был. Асланчик, ты с бабулей гуляешь, да, солнышко? Да, маленький мой. Кеди яблочку. А, вон котенок там черненький. Арабая бакью. Кися, да, Ися. Кися. Качу, убежала. Убежала Кися, да, солнышко? Не уйду. Зера, у тебя как дела? Как у тебя делишки, солнышко? Ты тоже хочешь ходить? Да, Юрьмя, кисема, Юрьмя. Ты точка, мама. Ты точка. Я, конечно, думаю, да, Юрьмя.